пойдемте мы в другое место пообщаемся, потому что тут уже игра начинается. Здравствуйте. Все, ну уже мы начали. Здравствуйте, наша команда, девочки. Божья коровка. Сегодня у нас прошел турнир, но, к сожалению, мы проиграли. Мы немножко расстроились, но верим, что у нас все впереди, и следующие все победы будут наши. Все, мы до этого выигрывали 3 раза, и это наш первый проигрыш. Так, а теперь расскажи, как вас зовут. Несмотря на то, что у нас нет тренера. Тренер, если вы хотите нас тренировать, мы здесь, мы хотим, чтобы у нас был тренер. Для того, ну вот у нас нет тренера, и нам кажется, что без него у нас... Пока хорошо очень даже получается. Но нам очень нужен тренер. Потому что та команда, которую мы проиграли, тренируется по 2 раза в неделю. Пишите тренера письма нам. Высылайте в наши...